Так, да, звук здесь, конечно, не такой, как хотелось бы. Давай покажу, что за игрушечка, сразу все поймете. Так. Улучшаем. И поехали. Вторая миссия. Mission started. Есть сбор ресурсов, вызов подкрепления. Можно помощь себе вызвать. Или собрать все, что есть. Красивый корабль получается, да? Эх, играла когда-то давным-давно в такие. Недолго, правда, это удовольствие длится. Немножко обидно даже. Вот и Босякин. Да, покупаем лоу-грейд, улучшаем корабль. Народ, я думаю, на этом для обзора этого вполне хватит. Старая, добрая, ну, 2D-игрушка. Ну, к сожалению, она только для мобильных и вертикальный геймплей. Но это старые, добрые игры, жанр мочу все и вся, модернизируя, как говорится, на лету корабль. В принципе, вот, приятно увидеть, конечно, такой тип игр. Но, тут на любителя, народ. Хотите вспомнить прошлое? Вот, пожалуйста, игрушечка. Довольно-таки приятно. Всем удачи, всем пока.